приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать очередной обзор на мое новое приобретение, на мою новую покупку для кухни. И сразу хочу сказать, что это не реклама, я не делаю реклам. Это я сама лично купила, это я могу доказать, потому что здесь вот стоит, даже где заказано, здесь стоит Amazon. Это заказ стоит, номер заказа, интернет-магазин, где я все заказываю. И мое новое приобретение, как я уже сказала, это фритюрница с горячим воздухом от фирмы DMS. Доставка была быстрая, упаковка не повреждена. Сейчас вот здесь она еще в одной упаковке, в оригинальной. Я ее сейчас достану. DMS — это немецкая фирма. Сейчас посмотрю, здесь тоже нигде ничего не повреждено. Никаких я не вижу повреждений. Так. Здесь имеется инструкция. Я сейчас посмотрю ее. Так. Видите, как хорошо все упаковано. Смотрю. Ой, какая красивая на вид. Так. Вот, посмотрите. Прежде чем я что-то заказываю, я всегда смотрю отзывы. И вот на вот эту фритюрницу были отзывы из 5 звезд 4,5. В общем-то, это очень хорошие отзывы. Поэтому я ее и заказала. Цена 79 евро 90 центов. Размер 38 на 33-35 сантиметров. Фритюрница с большим сенсорным дисплеем. Функция включает в себя 10 программ. Температурный режим для приготовления пищи от 5 до 200 градусов. Время приготовления можно регулировать от 1 минуты до 1 часа. Емкость сама или чаша для приготовления рассчитана на 7 килограмм. Чашу я могу легко достать, вот здесь она просто закрывается, кнопка, на эту кнопочку нажать и просто поднять вверх. Из нержавеющей стали все это, вот сейчас я опять вставлю, вставляется точно так же легко, с нажатием, все, и просто вставляется внутрь. Итак, для чего же он нужен? Вообще идеально очень подходит для запекания, для жарки, для размораживания. Также можно в ней грилить или полуфабрикаты приготовить. Это вообще очень хорошая вещь для вот таких целей, кому очень быстро надо приготовить. И приготовить в ней можно абсолютно разные продукты. Мясо, рыбу, овощи и даже десерт. А сейчас, как всегда, я хочу протестировать. Описание я оставлю под видео. Приступим. Перед первым применением обязательно чашу нужно помыть, что я уже сделала. И вот теперь первое, что я хочу приготовить, это картошку фри. Кто готовил уже ее, знают, что она готовится, эта картошка готовится в большом количестве масла. Здесь же масло я не наливаю. Сейчас, смотрите, абсолютно чуть-чуть только я подолью масло. Вот немножко буквально. Ну, не больше, чем столовая ложка. Все. Перемешаю. И отправляю ее в фритюрницу. Все. Дисплей загорелся. Здесь абсолютно все видно. Вот картошка фри. Я на нее нажимаю. Автоматически устанавливается время. Температура, извините, и время. Нажимаю, и время пошло. Еда готовится в потоке горячего воздуха за рекордное короткое время. И не нужно ждать, пока прибор нагреется. Время приготовления осталось 1 минута. Посмотрите. Так, все. Достаю. И вуаля! Смотрите, какая красота!
Смотрите, как хорошо она пожарилась. Румяненькая картошечка. Я ее сейчас достаю. Пересыпаю. Добавлю сейчас специи для картошки фри. Ну и у кого нет такой специи специальной, можно вообще просто посолить и поперчить. Так, по вкусу. Еще раз перемешаю, и можно будет уже подавать. Прекрасно. И практически, не практически вообще нет никакого масла. Но это еще не все. Сейчас я хочу приготовить куриные ножки. Мы их уже замариновали с мужем. Рецепт я оставлю под видео также. Сейчас я их укладу сюда и попробую приготовить. Опять же, ставлю. И смотрю, где у меня... Так, курица. Курица, вот ножки. Куриные ножки, нажимаю. Также они будут приготавливаться при температуре 200 градусов. 20 минут. Ну, сейчас я посмотрю, приготовятся ли они за 20 минут. Включаю. Прошло 20 минут. Сейчас посмотрим. О-о-о! Полюбуйтесь, какая красота. 20 минут. Но на дисплее, конечно же, время можно устанавливать. Если все-таки какое-то блюдо не или вы думаете, что не приготовится за определенное время, то или какое-то свое блюдо вы, может быть, придумаете, то вот здесь на дисплее можно добавить время приготовления. А сейчас я хочу попробовать, что получилось. Так, ой, запах какой! Ой! Ну, сейчас я разрежу, посмотрим. Ну, в принципе, я бы сказала, что можно еще время добавить и дать им еще минут 10. Ну, кто-то, может быть, любит вот такое, чтобы оно было. Крови нет. Но вот для меня, да, на мой вкус, я бы еще минут 10 добавила. С этой стороны все прекрасно. Я бы... Ну, вообще-то, в принципе, нет. Нет, 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 нет. Все правильно. Все, нет, смотрите. Приготовилась. Да. Не буду я ничего добавлять, да и за 10 минут я еще подумала, оно может сгореть. Ну, может быть, плюс 5 минут, но не больше. Нет, прекрасно приготовлено. Прекрасно. Нет, не буду я больше ставить еще ни на 5, ни на 10 минут, потому что мясо приготовлено. Абсолютно оно не сырое. Нет. Смотрите, хорошо приготовлено, очень нежное и вкусное на вкус. Все, оставляю как есть. Вот, пожалуйста. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на мой канал, оставить ваш комментарий и поставить лайк. Чашу я помыла без проблем. Обыкновенным жидким мылом для мытья посуды. Смотрите, какая чистенькая. И обыкновенные губки для мытья посуды. Все чистенько, все аккуратненько. Вытерла. Теперь ее вставляю, ставлю на место. Она остыла. Я ее сейчас запакую и уберу до следующего приготовления. Ну, для меня 5 из 5. Я очень довольна осталась. Конечно же, я оставлю этот электроприбор для себя, потому что готовить я действительно на нем буду. Не только я. Когда у меня нет времени, на ней будет готовить мой муж. Потому что здесь абсолютно не надо мужчине ни о чем задумываться. Просто замариновал, поставил и приготовил. На сегодня все. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. А вам я желаю приятного аппетита, просмотра и до новых встреч. Пока! Thank you.